Привет, Аскет. Привет, Дана, привет, Никсон. Привет, Искитель. Если, конечно, правильно твой ник прочитал. Привет, Каприва. Привет, господин. Привет всем, кто подошел. Музыкальное сопровождение. Нет, музыкального сопровождения не будет на стриме по причине того, что... Ну, он специально выставил. По причине того, что запись на ютубе при... В общем, с музыкой нельзя смотреть на телефонах, планшетах и так далее. Только на компьютере. Ну и монетизация не работает. Конечно, так себе минус, но главное то, что нельзя на устройствах таких мобильных смотреть. Поэтому пока что будет без музыки. Потом в планах я как разберусь с записью. То есть будет отдельный поток на YouTube, отдельный поток на Twitch. Вот на Twitch будет без... Ой, вернее, с музыкой. А на YouTube запись будет без музыки. Ну и в дальнейшем на YouTube, ой, тот, кто на Twitch смотрит запись, также может со звуком посмотреть. А если будет музыка, то он без звука будет смотреть запись стрима. Поэтому это крайне неудобно. Мне это понятно, конечно, было бы поприятнее с музыкой играть. Что делать? Так жестко залетает. Меня еще не светит. Блин, вообще надо было свой 4 дать. Еще верочный шотик. Ну как же он это изи делает? Есть пробитие.
Без вариантов. Ай, как они так на ПТ там стоят и вообще ничего ресурсов на приезде не дали, я вообще не понял. Арта тоже не помогла вообще, хотя спокойно могла закинуть. Блин, тут можно было даже на прессе два шота дать. Они ни одного не дали. Эпик. Привет всем, кто подошел. Вновь. И какую музыку ты бы включал на стриме? И вот как на этот вопрос отвечать? Разную. Ту, которая мне нравится, которую я слушал. Битрейт 5500. Надо было ехать к ИСУ 6, там просел был для ПТ. Ага, только у меня нет инфы по стерео, по ИСУ 3, и я под арту могу подставиться, если дальше отъеду. СМ-ку на ли ты давал когда-нибудь кому-нибудь перманентные баны? Да стабильно даю, почти каждый стрим. Люди же не читают правила чата, когда заходят в него. Или забывают о них, не знаю. Русь, не русь, электро, поп, среди. Не, мне вообще пофиг, что. Только рок не люблю, как правило. Ну, хотя и там есть некоторые. Неплохие треки, так скажем. Но их очень мало. Ну, the best это вокал. Медиа работает. Ой, не знаю, я включал ее недели 3 назад. До сих пор никто не пользовался, поэтому можешь попробовать. Сколько раз ТП выигрывал? Ну, это второй раз. Два первых места, одно второе и одно пятое-восьмое. Привет, Сегарь. Смотрите гайд, как получить перматч. Да нет, тут не за что банить. У тебя слишком тупая шутка. Ну вообще, за политику сразу пермач.
Поэтому политику и надо обсуждать. Если мои убеждения не сходятся с твоими, и что? Что дальше? 90% убеждений у народа не сходятся с моими. Что теперь? Это вообще нормально. Привет, Орда. Или Орда. Орда, наверное. Привет, Джека. Привет, метки за стрим. Не, я... Блин, кстати, надо почаще бои играть. Короче, я хочу просто Вазика выкачать. Там же сейчас акция. Во-первых, за просмотр трансляции. Поэтому 20 боев с X2 опыта. Во-вторых, резерв еще на X2. Короче, по сути, у меня каждый бой X3 опыта. То есть я могу, в принципе, за стрим там 150 тысяч опыта набить. На Вазика. 5А, который... Привет, no stress. Привет всем, кто подошел. Или топ-1 на танках. ПВН 8, что ли, сантиметр? Привет, кстати. А, сантиметр подошел сразу. И друзья его подоспели. Три арточки. Кстати, не оповещаются твои стримы. Может быть, у тебя оповещение отключено? Посмотри. Вот это наглый артовод поехал. Может быть, его коцнуть? Еще один, хоть нифига себе вы даете. Посмотри, во-первых, на группу ВК подпишись, я там еще анонс сделаю. Посмотри, там получаешь ли ты уведомление. Раз, это неплохо. Это очень даже неплохо. Так, это М53 бараков, да? Да за что ты меня рентгенишь? Я же тебе ничего не сделал. Сейчас еще от бачата прилетит. Не, ну прикольно они на артах поразъехались. Тут просто на горе Unreal играть вообще. Это что за дичь? Просто везде прокидывают. Незаконно. Стоит брать вазика 9-го, есть варик 113-го, тут играть за субботку сразу. Не, конечно, стоит вазика брать, нормальный тунчик. Чтоб он там сдох на самом бачате. Ура. Еще бы до 12 убить. Было бы вообще круто. Так, это он как раз КД, да? Жестко залетел. Еще не засветил соло. А может быть ему еще раз закинуть? Сейчас минус паттен будет. Я так полагаю. Ну, короче, тут главное не спешить, да и все, я думаю. Набью 4К все равно.
тебя два экрана, в смысле монитора? Не, вот новый монитор где-то через недельку только будет. Второй. Ну, вернее, он будет первым, а тот, который сейчас, вторым станет. Поэтому пока один чат с телефона читаю. С монитора, по идее, будет поудобней. Со второго. Тут как бы ты взгляд опускаешь и не видишь вообще то, что происходит на экране. А то будешь видеть чуть-чуть. Наконец-то. Опустилась таки. Че, так будешь смотреть на меня? Блин, я это здесь пропустил. Не пропустил. А, 5 пятерок. Ой, в смысле, 3 пятерки. Жестко. Как мне им урон наносить, блин? Стоят такие под горой. Может, как-то с камня? С камня нерабочая. Ага. Так, хрен с тобой. Пробитие. Ну не надо, Е3, ну не разворачивайся ты сюда. Да зачем оно тебе нужно? Пробитие. Это была плохая идея. Четырка есть. Привет, Вайс Кейк. Привет, Плюшкин. Сколько на воззвание можно спокойно держаться духу? Ну спокойно, прям 3500. Вообще, мне кажется, он может в 4К. Приятный статист. Сантиметр ушел, и арты нету сразу. Но это не точно. Бой начинается. Это звал своих артоводов. Привет, Хозник. Хотел прочитать колхозник, а там Хозник.
Так, наверное, тут пока постою, а то что-то у меня команда долго едет. Не буду поджимать сразу. Хотя, раз бачат уехал, значит, что-то тут нечисто. Ага. А куда это вы убегаете, сэр? Почти попал. По-моему, там борщ вообще подставляется очень жестко. Интересная стратегия у них. Не, ну так, блядь, под угонами, значит, я должен попасть. Кто это был? Гусеница восстановлена, можно ехать. Странно, что он не светится, по идее, должен. 54 был засветиться, значит, отъехал. Ну, надо на базу вернуться. Будет. У этого танка стабилизации вообще нет. Просто она постоянно фул сводится. Даже если ты фул свелся, не факт, что ты попадешь. Хватит крутить меня, уедь отсюда. Блин, я не успею проехать.
думаю, вряд ли он свертухи даст. А нет, успел. Да, в смысле? За что в каток-то? Ну, это ясно. Ну, нормально делаю, чё. Да можно добрать? Спасибо, спасибо. Просто на каток меня ставит. Без урона. А сделает. И Т-30 с поджогом, конечно же. Звук сгорел. А чё это он так сгорел? Привет, монтажник. Привет всем, кто от Зукса. Привет, Зукс. Да не сгорел, кредиты закончились. АП все кредиты сожгло. Особенно у меня 12 лямов осталось. Я почему-то наоборот пофармил. А, не меняется язык. Нажимаешь Shift-Alt, а язык не изменяется все равно. Ну, раскладка, в смысле. Кредиты сгорели. Да. Что за стаб такой? Из 2010 года. Ай, красота! Еще и 569. Жестко. Можно ехать. В смысле, ты что, зарентгенил меня? На такой дистанции? Давай, я контролю так. Почему по мне? Он мог двоим кинуть. Почему по мне он кидает? Опусит. Было сбивать на тапка и ехать тупо до этого ИСа. А! Опять эти баги. Опять кумулятив не заряжается. Ну классный баг этого патча. Ты ставишь перезарядку кумулятива, он у тебя просто не ставится. Класс.
В киберспорте это вообще просто дичь полная. Ты ставишь на бачате барабан кумалей, а он тебе не ставится. Найс лига будет. Приятно играть. Дважды ставил кумулятив, все равно бабашками кидаю. Привет, Рушами. Блин, надо тут хп подержать, наверное. Ага, подержал. Проверяй. Чтоб он сдох на своей арте. Броня не пробита. Ай. На тебе свертухи. Не видит меня, да? Ну, ладно. Цель захвачена. Оставить цель. Уничтожен. Пробитие. Я так и знал, что не полетит. Так-то еле-еле 3500 накидывает. Ну, это... Потому что я еще не разыгрался. Так-то 4К должно быть. Привет, Арл. На тест ЛТ бруду не подскажи. Не знаю, смотри сам. Просленка, досол, а третьим ладоли. Либо стаб, либо вентиль. Я с вентилем лично катаю. Привет, Незнайка.
Привет, Дарилка. Привет, Вильям. Так, а сколько тут вообще опыта выходит за бой? С зерами. Так, 4К. Тоже 4. Короче, по 4К нормально. Четвертый год разыграться не могу. С 13 прокачано, а вазик 10 нет. Привет, делай, милая личика. Школьники на каникулах. А чё, у них каникулы сейчас? Бой начинается. А, ну да, у них... Как там это называется? Первая четверть вроде. Или как там у них сезоны? Блин, я уже сам забыл. Короче, вы поняли. Да, по-моему, там четверть. Первая, вторая, третья, четвертая, четверть. Что такое? Не понял, а куда ты поехал на 54 свой? Мы драться-то будем сегодня, чешо? Не пойму. Сейчас вафля какая-то из кустов даст. Вот уже кидаю. Ну все, играть Unreal. Там за этой стал. С осинкой. Давай только без упарывания. Ага, понял. Первый пошел. Второй пошел. Есть пробитие. Да, стреляй по центуриону какому-нибудь. А можно нам фокус организовать? Нормальный фокус. Ну, ясно. Они вообще стреляли, я что-то не заметил. Очень интересный бой. Конечно, выкатывается 54 просто на верхотуру. Стоит, по ней никто не кидает, естественно, они все упорятся. Если бы ее тут же сфокусили, эту 54-ю, и следующий танк сфокусили, тогда да, тогда бы они не упарывались. Так, так бы я упоролся с таким отстрелом.
Привет, Лайтхаус. Без музыки катаю, потому что YouTube блочит видеозаписи для просмотра на других устройствах, мобильных и Бой так далее, начинается. помимо компьютера. А эта запись как бы на YouTube потом пойдет, поэтому без музыки играю. Дабы всем было удобно на YouTube смотреть. Ну и плюс на Twitch тоже как бы потом звук блочится, если с музыкой играть. Здорово. Когда на YouTube переедешь? Просто Twitch лагает, смотреть тяжело. Здорово. На днях собираюсь. Не знаю, я могу просто попробовать фул на YouTube постримить. Один разок посмотреть, какой онлайн будет. Все-таки все привыкли, да. Что на Twitch стримлю. Тут вся аудитория вроде как. А, он по домам поехал. Давайте с капком. Сейчас мы с девятка на косарь втащит. О чем я и говорил. О! Что такое? Я не согласен с таким упарыванием. Там еще 49-ка едет. А я уверен, что она именно ко мне едет. Сосали. Да их намерения прям сразу были видны, что они хотят. Они просто хотят упороться по линиметру. Вот и все. О, вот это не по плану было. Блин, я сдох. Танк уничтожен. Кемпер подъехал. А, он еще в бою вазик? Что долго. Привет, Мэри. Знаешь что-нибудь про вот ассист рекламы, которая у тебя висит на канале? Ну, давно рекламируют достаточно. Не обманывают. Проблем никаких с ними нет. Никто не жалуется. Вот все, что я знаю.
Игра не сделал, чтобы на Твиче музыка играла, а на Ютубе нет. Да, я тоже так думаю сделать. Но это надо в два потока стримить. Не думаю, что меня комп потянет. Зритель один, спасибо за донат. Twitch лагает, смотреть тяжело. Но Twitch лагает скорее из-за высокого битрейта все же. Если битрейт чуть пониже поставлю, мне кажется, у большинства не будет лагать. Но качество очень сильно упадет. Нажми на достижение. Зачем? Нажал на достижение, что дальше? Ну вот, кстати, что странно, допустим, у многих абонентов Ростелеком Twitch лагает. А допустим, если просто с мобильного интернета смотреть, то все прекрасно. Вот, например, у меня также. У меня все же чаще не лагает, я могу даже там три одновременно стрима на Twitch запустить с максимальным качеством, и все хорошо будет. Но иногда все-таки в пик какой-нибудь, не знаю, там... 11 ночи, к примеру. Какой-нибудь стрим бывает лагает. Если с мобильного интернета смотреть, то лагов вообще никогда нет. А может быть у кого-то наоборот. На Ростелекоме все хорошо, а на мобильном интернете лагает. Кто знает. О, Вели, спасибо за ресапки. Третий месяц уже. Привет, кстати. Так, а где моя команда? Почему я тут опять один? Чё это за бред? Почему я здесь один, ау? Сейчас приедет суперкони, и от меня ничего не останется просто. То ли я на вазике так давно не играл, то ли тут сведения понерфили. Надо будет сейчас посмотреть, сколько у него сводка. Я бы тут реально вместо вентиля поставил сведения. Слишком оно долгое. Где у них конь, интересно, все это время катается? 2,5 минуты он ни разу не светился еще. С Маушином. На пару. Чем они заняты там?
Привет, Маракаш. Привет, Синоптик. Не знаю, я на гвардейце не играл. Ничего не могу сказать про него. Я сейчас поеду и стопудово под раздачу попаду. Я более чем уверен. Да, 704 меня уже не прикроет. Поэтому нет смысла поджимать. А вот и конь. А, он ББшка его не пробил, лол. Привет, смотрела. Ты реально жесткий и агрессивный. Поздравляю с победой. Это что за пробитие, я не понял. Это незаконно. Вот что это за пробитие? Ладно. Может быть, он жесткий. Понял. А нормально он там стоял так-то. Я уж думал, он уехал оттуда. Неплохо. С правой стороны мне нельзя выезжать там, потому что спокойно пострелить. С кустов. Чё-то вообще игра не идет. Просто даже и по картам, и по таймингам. Привет, псих. Спасибо за представление. Спасибо за поддержку. Короче, они тут долго доигрывать будут. Так, Вазик, Вазик. Блин, 2,5 секунды сидения, серьезно, по ощущениям какие-то 3,5. Очень странно. Привет, Звайт. Привет, Партизан. Привет, Дариус. О, Годлик пришел. Привет, Годлик. Привет, Assassin's Fire. С радиаткой на фугаске интереснее? Да не, нифига. Да, фаново, но вообще нестабильно. Нифига не интересно. При такой имбовой пушке.
подходите. А я попал? Я попал. Сейчас бы на ТСТЛТ на такой карте вкус стать, но это вообще топчик. Просто идеальная идея. Лучшая. Этот чувак реально шарит. Как нужно играть. Пробитие. В эту игру. Броня не пробита. Не пробил. А что за... Куда он едет? Стоп. Пробитие. Не пробил. Может, ты остановишься? Не пробил. Я не хочу, я с ним размениваться. У нас уже бачат на базе. Прикольно, если ты один проехал. Что-то задрот какой-то, походу. Шарит. Как нужно играть. Первый раз такое вижу. Сколько играю в танки, первый раз реально такое вижу. Ну, попади ты раз в него. Кто спасли? Не, ну мы тут должны выигрывать, у нас все, в принципе, не так уж и плохо. У тебя ж пушка не поднимается, да? Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Цель понял. Ну только вот если вот это поднимается. Есть оставить цель. Пробитие. Цель захвачена. Уничтожен. Надо лишние пульки не получать. А чё у меня прицел только что зеленым горел? Как бы таки я на танк смотрю, и я его могу пробить. Нормальные баги. Мне надо было досвестись. Конченый прицел. Реально, когда с стереодом играешь, ощущение, что у тебя сведение в два раза дольше, чем обычно. А чё они зеленки все поезжали, идиоты? Какой они могли там разыграть? Не, мне нравится этот СТ-1, круто играет. Что это за дичь, просто я вообще не понимаю. Блин, бачат бы уже давно мог спуститься в малый город в Е4 и убить его. Но походу мне придется это самому делать, потому что он не догадается. Это слишком сложно для него. Тестил ты умру, небось.
уничтожен. Да, у меня постоянно рассинхроны. Я типа раньше при пинге в 60 играл без сервера, но у меня не было рассинхронов. Сейчас снова интернет, но постоянно почему-то рассинхрон. Хотя потерь вообще нет. От чего они возникают, вообще не знаю. Приходится играть сервер. Потому что, в принципе, стабильно с обоим будет один раз синхрон при стрельбе. Привет, кусок. А, вот ты меня подсветил. Тоже думал, ВТБ как-то смог. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Да серьезно? Вот это 2,5 секунды сидения? Скорее всего, такое ощущение создается из-за того, что изначально круг очень большой. Интересно, УАЗик по СУ заедет? Ну, по идее, нет, потому что он широкий и длинный. Если даже и заедет, то это будет сложно. Очень сложно. Но здесь это определенно зайдет, судя по разъезду команды. Если вдруг заеду. Скатывается, я не помещаюсь на этой полочке, с которой нужно переехать на следующую полочку, как бы. Просто там скатывается. Потому что слишком широкий. Ага. Получилось. Обмануть систему. Че он кликает? Что надо? Только почему-то у меня команда всех сама убила. Ну или почти. Не пробил. А, я понял. Я все понял. Классно играешь на сотке. Просто вообще никого не видит, кроме меня. Есть пробитие. Сейчас ЛТБ еще сверху порится. Чувствую. Повреждение.
гусеницы. Шанс разрыва увеличен. А, ну упоролся, да? Пробитие. Пипец. Уничтожен. Где ты там? На своей сотке. Плохо стреляешь. Ой, я тоже плохо стреляю. В принципе, мы чем-то похожи. Я смотрю твою игру, ты играешь не как статист, максимум твоя игра 50%. Слушай, я с тобой полностью согласен. Я бы даже сказал 45%. 50 как-то ты задрал планочку. Даже не знаю, за какие такие заслуги. 50% как бы получше так-то играет. Смотри, сколько я тортика выцеливал, тупо, сколько, 7 секунд, 8 я потратил на него. Статист только не выцеливает. Статист это занимает максимум секунды в такой позиции. И статист не попадает в лички два раза подряд. Привет, Хитчкок. В чем суть хорошей игры, на твой взгляд? Так как тебе сказать? Ник Алекс. Читы. Не знаю, что там сейчас в тренде. Пиво на столе? Или будет пиво? Привет, Ибрагима. Бой начинается. Баг с гуслями. Да, сейчас, может быть, еще будет поприкольный баг. Вдруг получится. Короче, вообще текстур нет. Ну, просто я вот в бой захожу, и я в небе вишу. Есть и такой баг. С гусеницы там еще так, цветочки. У меня бывает, что я вроде на танке в бой выхожу, а оказываюсь на самолете.
Он чуть через забор мне хотел кинуть на автоприцеле, но... Но не прострелил забор? Или как было? Ой, жестко залетело. Незаконно. В смысле? Он же только что разрядился. Еще ББшкой так пробил. Хотя там ББшка вроде много пробивает. Ничего удивительного. А кто меня сейчас подсветил? А, 90 рентгена. Тише, дурак, что ли? Очень странный экземпляр. Не пробил. Ой, стык пробил, да? Или там в НЛД засчитал? На самом деле на стык очень похоже. А это так неплохо вылетело. Пробить. Ой! Сейчас бы ехать и болтать. Жестко. Блин, от обратного ромба я, наверное, не смогу тут сыграть. А что он меня не светит? Может быть, я в первом свете? Так, а так, как я. Ой, ну давай не будем за заборами сейвиться. Задрот. В принципе, я ББшку, наверное, успел позарядить за все это время. Кто знал. Хороший аккаунт можно у Вадика купить. Инфосотка. Он местный статист.
Вон, никнейм на Твиче Вадик 16873. Покупай у него. Привет, кулебяка. Куда планируешь посадить халявную танкистку? Провокационный вопрос. Не знаю. Вообще, это, конечно, топово Fallout VG. С одной танкисткой. Просто VG взяла и посмеялась над всеми танкистами. Я думаю, вы поняли. Или сдали. Судение, указанное в ангаре, ТТХ, это то время, за которое прицел уменьшается 2,5 раза, круг сидения у тебя, а не полное сидение там, с полного хода, к примеру, ты остановился и сводишься на танк. Поэтому, конечно же, тебе кажется, что дольше он сводится. Опять эта ББшка, но она просто не заряжает кумуль. Просто не заряжается кумуль и все. Вот хоть ты убей первым снарядом. Да будет, наверное, кумули первыми поставить. Ну, хотя я его должен был пробивать. Это вообще дичь, то, что я... Борт полетела просто в башню. Куда вы, собственно, быкуете? У вас вообще инфы нет по танкам, вы вот лезете. Я, пожалуй, отъеду. Дабы иметь возможность уехать вообще отсюда. А, понял. Это я вовремя. Иди сюда. Есть пробитие. Это я очень даже вовремя. Давай его распилим потихонечку. Да куда ты уезжаешь? Ток даже дал. Взял, уехал. Блин, я фугас зарядил. На бащата. Я думал, он сейчас 54 доберет, и, соответственно, я бащат нормально закину. Ну, тебе в баню. Ладно, давай, прикрой, брат. Петрош. Его. Дариан. Как там? Грей. А, это этот из... как его там? Как этот фильм назывался? 50 оттенков серого. Вот. Там главный актер, типа. Такой псевдоним у него был. Задрот на 54. Влечок пробивает, а я не пробиваю его кумулем.
Может, у меня пушка опустится? Спасибо. Не пробил. Значит, он там стоит. Точно. Изи. Где ты берешь кредиты? В банке. А ты где берешь? Детская лайн. Ну-ка, я тут заеду. Танкуй, 90-ик. У тебя же броня есть. Ладно, я танк. Все, типа 90-ку кинул. Поставил светильник? Нет, не поставил. Да оно ничего не даст, потому что тут, я так подумал, ничего не даст, потому что на ходу очень стабилизация плохая. Из-за этого тут такое долгое сидение по ощущениям. 11.08 это же оптика. Нет, это винтик. Просто я без улучшенного оборудования. Оно у меня на супер коне стоит. Ты это так посчитал, смысл его ставить? Типа, ну, я эти 100 тысяч опыта быстро набью. Боев за 30. Я беру кредиты тоже в банке и покупаю серебро в тунках. Жестко-жестко. А выплачиваешь, а чем кредиты потом? Серебром из танков. Небось, фармишь на премии, да? Потом выводишь серебро. Бонами? Жестко. Бонами это прикольно. Улицы по ночам подметать. Ну, блин, я так смотрю, у тебя креативный подход к заработку кредитов. Блин, я всегда тут попадал с вертухи. Сегодня, видимо, патент не дает. Ага, дед едет. Ладно, пусть едет. Добрый вечер. Ну, как бы.
развития. Че, еще хочешь постреляться? Ну, в оглушение я ему еще успеваю что отдать. А, так я ж тогда на прицеливание время потерял, совсем забыл. У него как раз 22,5 секунды КД в оглушении. Готов. Ага, УДС там на горе сидит. Жестко залетел. А что это за позиция такой, не понял. Нифига себе. Новые подсадочки. Да зачем ты БК-то мне выбил? Урод. Когда теперь долгое? Дед, ты куда? Ясно. Только не БК, спасибо. Так, ну деда они, наверное, и сами убьют там. Так, ну тут еще можно, в принципе, 4К выдать, если 90-х сдохнет. Уничтожен. Так, а я потяну две СТ-шки-то. По идее, потяну. Чаще. Дед сзади. Уничтожен. Дед, не надо. Ай. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Дай уехать. Понял. Только не поджог, приз. Не надо этих поджогов. Гусеница сбита, движение невозможно. Есть отставить. Гусеница установлена. Можно ехать. Цель захвачена. Стоковый? Прекрати. По бакам. Я сегодня сорвался и потратил 17 лямов в танках. Остался лям. О, кстати. Точно. Пожалуй, я тоже сорвусь. Потому что если я сейчас не куплю, я просто забуду. Я вот на прошлой акции тоже так думал. Потом куплю. Купил. Так, что самое важное? Самое важное — это ремки. Где они? Так, ремки и аптечки. Я обычно беру 1:2. Допустим, 100 аптечек, 200 ремок. Практика показывает, что идеально заходит. Просто прям вот идеально.
Давно выкачивал 416-го. Года 3 назад. Пять ВПР. А в честь чего сегодня скидки в среду-то? А кстати, вот что странно, что с этой среды по следующую среду аж скидки. Ну, типа целую неделю. Это вообще что-то очень странно. Ну, обычно по выходным были скидки, там, с какой-нибудь пятницы по понедельник или с субботы по понедельник. А тут всю неделю. С 1 ноября по 8, по-моему. Очень жестко. Всегда спокойный в танках. Девяносто 5%, да. Юра? Или Юра? Да почему вертухи не летят? А, это ж китайский танк, я совсем забыл. У китайцев никогда ничего не летит. Готовы к матчам на этой неделе? Конечно. В скобочках нет. Не пробил. Еще он подумает, что я дурак. Главное. Да, ну что ты портишь все? Уйди оттуда. Видите, он расслабился. Сейчас надо еще раз так сделать. Пока четверо ничего не испортило. Блин, так себе размен. Подумать, что ты хвалишься. А, кстати, да. Он такое может подумать. А чё у них уже команды нет? Киберспортсмены, прекратите убивать их. Сейчас на ходу даст мы. Блин, не попал. Что, у него какой-то дед неправильный. Чё за киберспортсмены у меня? Они просто всех убили уже. Это как? Это как вообще? Не-не-не, не надо упарываться. Это плохая идея. Что рубить? А, прекрасный танк, просто пушка не опускается. Конченый рельеф. Вот у меня она просто... Сколько тут? Минус 2 или сколько? Надо будет глянуть. А чё не выстрелил? Есть пробитие.
Ну и куда он упоролся? Нормально стоял рядом с семеро, типа нормально пробитие давал, взял, уехал. А, я думаю, что бой не заканчивается, там еще арта. А ладно, если до него не доеду. Привет, Фир. Привет, Пизантроп. Не, Моник на днях закажу. Типа его все равно на складах рядом нет. Я ничего не теряю. Сейчас я закажу или чуть позже. Минус 5? Да, или минус 5. Может минус 5 на бок? Был на стриме у сервера, а он тебе с бахи. С бэхи, в смысле, с 50b на 1700 дал. Вы в первой команде играли в рандоме где-то на месяц назад. Можешь это прокомментировать как-то? Дизинфа. Я такого не помню. Поэтому не могу никак прокомментировать это. Ты бы еще спросил какой-нибудь, я не знаю, бой, который полгода назад был сыгран. Как я понял, первое место в ЭГЛ выбирает тему третьего-четвертого места. Да. Именно так. Привет, смех. Так, а куда бы тут поехать? В принципе, можно направо, по идее. Ой, я наконец-то смог кумуль зарядить. Но это не точно. Сейчас он зарядится и переключится на ББшку. Ну-ка, проверяем. А, нет. Остался кумулятивный. Мне кажется, в чем-то должен быть подвох. Сейчас выстрелю кумулятивным, а вылетит итоговая ББшка. Минус флош. Неплохо играет. Так. А, дед. Ну, это дед. Это дед. Что это было? Арта, как всегда. А что ты за меня прячешься?
А я куда отъезжать по-твоему буду? Никуда. Назад? Ну давай, гриль прикроет. Давай назад. Да назад отъедь. Ой, дурак. Ой, дурак. Ну что, собрал от всех? Есть попадание. Да не видит, что гриль сзади кроет. То, что надо на него играть. Дай, батя, она сыграет. Понял. И я понял. Привет. А куда? Мне кажется, или круг разбросов снайперским аркадным различаются. Какой правильный? Пробитие. Блин, он еще и трупом закрыл прострел для гриля. Ну что это за дичь? Да меня вазик пробил, когда я обратным робом выезжал. Может быть, влечок? Блин, здесь арта можно закинуть. Подвинуть, что ли? Трупик этот. Блин, ну они слева там продавить могут. Вот он кидает уже. Нормально делает это 10. Расслабился. Главное пушку отвернуть от противника, и он подумает, что ты его не видишь. Рабочая. Проверено. Цель понял. Место ставить. Пробитие. Так. Типа вы жесткие, да? Ой, жестко залетело. Он пользуется моей тактикой. Отворачивает пушку. Я тут раскошелился на 10 рубасов. Вот ты мне скажи, что круче, гей или пидор? У кого дыра глубже? У девушки или у пидора? У кого? У девушки или у пидора? Лучше бы ты пошел что-то булочку какую-то купил, чем 10 рублей тратить на такую дичь. Возьми у этой, у Алисы спроси. Знаешь, это Google, ой, Google, Яндекс помощник Алиса. Спроси у нее. Она разбирается в таких вопросах. Хочешь, могу я спросить за тебя? Надо что-то умнее.
Вопрос какой-то более интеллектуальный. С подвохом. Да, вопрос для знатоков. Блин, он там в кустах сидит. Вперед особо не поедешь. Блин, хоть бери, переезжай к этому MX-135. Можно гриля убить. Вот эта стерва должна светить, да? Так, вот где-то здесь я должен быть не в простреле. Домик мешает ей. Главное, чтобы 15-5 как-то агрессивно не сыграл. Ну, альфа у стерва не вылетела. А, нифига себе, он переехал. А как он это сделал мимо Т-95 и 13-5 нашего? Как он так проехал? Чё за прикол? А, ну единственный вариант, он типа через линию это сделал. Как еще по-другому? Через свою базу только. Да я тебя затараню сейчас. В скобочках нет. Блин, я думал, я успеваю объехать и убить его, потому что если бы я его таранил, я бы сам умер. Привет, Владислав. Покажи, пожалуйста, скилл на Ильтена любой или спасибо за стримы. Привет, дисклеймер. Спасибо большое за донат. Не, на Алтай не хочу, у меня сейчас резервы на опыт пока. Last Boy, может, на ЛТС сыграем. Мне кажется, ли круг разброса в снайперском и арканом различаются, какой правильный? Нет, не различается. Это элементарно проверить. Заходишь в тренировочную комнату. Да как будешь в тренировочную комнату? Сейчас тебе покажу.
Ну, вообще лучше всего это проверять на какой-нибудь арте. А, ну там снайперского как бы нет. Там есть артиллерийский. Ну, короче, на танке, у которого изначально разброс очень большой, то есть с плохим экипажем. Ставишь экипаж 50% и проверяешь. В точности прям. До пикселя, скажем так. Привет, Лига. Да я видишь, я ж не всегда, ну, не успеваю весь чат перечитывать. Если я весь чат буду перечитывать, то бой будет 5-минутный, а время между боями по 10 минут. Поэтому, ну, когда вы дважды пишете, это лучше, потому что, ну, я прочитаю, скорее всего. Чем больше раз вы напишете, тем больше шанс, что я это прочту. Бывают такие тайминги, что там я какую-то часть чата прочитал, а то, что до этого было, не успеваю. Потому что в бой ухожу. Привет, Читан. Привет, Рамис. То есть, если какое-то там сообщение небольшое, то я его прям в бою иногда читаю. На какой-нибудь раскатке. Представляете, какой кайф ртоводам стримить? Они просто кнопочку нажали и 40 секунд чатик могут читать. Опять я думал, что у меня кумулятив. Это просто эпик фейл. Серьезно, он просто возьмет и уедет. Но это вообще зашквар, я считаю. Это еще две семеры, от которых я могу сейчас получить за наглость. Не, ну ФВ тут рвать, тот просто должен тупо рвать. Ничего не могут ему сделать. Ой! Ошибочка. Какого черта он на меня смотрел? Типа выехал просто кидать по мне Е5 и стоит ФВХ, нет инфы по другим танкам, просто выезжает кидать мне. Нормально делаешь. Ты Е5? А, я понял. И что? И зачем было стрелять по мне, лол? Мы теперь тут проиграем, потому что у нас хп нет. Идиот. Просто идиот. И надо сейчас кумули будет поменять местами. Куда чат читаешь, не ульта боишься? С телефона читать чат. А на степях с томатом кто тебе ХП подрезал, когда куст вычисляли?
Никто, а там просто в самом конце уже, когда они уже давно поехали, перестали бландить, просто Вульф развернулся, я так понял, с вертухи дал и попал. Это единственный шот, который попал у меня. С М60, по-моему, или М48. Ну, короче, с патона М48, да. Информация на новом мониторе будет. Ай. В смысле, какая модель? Сейчас. BenQ XL 2430, по-моему, если не ошибаюсь. Предрейзер. Так, кто там на ЛТ просил? Поехали на ЛТ. Ну, на 49-ке скилл не особо покажешь. Танк не очень в ЛТ-то заходит. Вот тесты ЛТ, это да, это как раз ЛТ. Это тот, такая ЛТ, какой она должна быть. Там на последнем Ласселе, когда у вас с Вульфом ПВП было, оба ваншотные были. Почему ты на него поехал так агрессивно? Он когда что успел, или ты честно уверен, с ним склеивался? Ну, потому что я на тот момент отсветился, как я себе это представлял. Вот, и он, я думаю, этого не ожидал, что я поеду. Скорее, он ожидал, что я уеду. А такой агрессии он не ожидал. Поэтому я так поехал агрессивно. Ну, в моих представлениях это так было. Ну, собственно, он и не был готов к этой агрессии. Он не попал в меня. Не знаю, по какой причине. Может быть, у него рассинхрон был. А может быть, все-таки реально не готов был. Приходилось вертухи кидать. Это идеальный тайминг был, на самом деле, чтобы ворваться. Ну и как под таким углом я его не пробил? Я же когда быстрее, надеюсь. Все, я могу с ним размениваться. Удастся добрать его. Блин, слишком быстро ремонтируется. Хватило пробития. Зарядил кумулятив и не пробил. Ку.
Хотя я могу и за ртой проехать, но я не хочу. Меня наблюдаешь? Есть пробитие. О, заметил, кажись. Но это не точно. Готов. Вот этот товарищ тоже меня не видит. Цель понял. Пробитие. Не составит. Альфа. Приятно. Готов. Броня не пробита. Уничтожен. Есть пробитие. Блин, это было жестко. Не пробил. Какие шансы, что он меня подожжет? Хотя вроде неплохо получилось. Что-то похожее на скилл. А на вазике нормальный опыт идет с этой акцией. Так, а сколько тут боев? Еще 4 боя получается. Х2 опыта. Да? А, нет. А почему? Во-первых, почему-то 30 боев тут. А, победить надо. Еще один танк. Не, один танк я в любом случае повреждаю. Вот не всегда выигрываю. Но это, кстати, круто, что только при победе Х2. Опять эта карта, где нужны углы, а у меня их нет. Привет, Джамбо. Какая мышь? Ой, SteelSeries. Ревал, по-моему. Да, Ревал. Старенькая.
Я ему говорю, назад, он вперед поехал. Странный тип. Задрон, да? Ой, конечно, сейчас вас верхухи дадут. Короче, я вышел посмотреть, что там 44 делает, а этот тип, типа, проехал дальше и тут же мне кинул шот в тайминг. При том, что там просто у нас пол команды стоит. Не знаю, кто мне позволил так сделать. Что, даже огнетушителя нет? А, там ухо. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Я тебя понял. Пробитие. В пушку попал. Не, ну это хорошо, кстати. Спиремка-то сейчас откадашится. А чё их так много туда приезжает? Там же так себе позиция. Особо не разыграешь. Ой, как же ты круто сдох. Не, конечно, с одной стороны нормально сдох. Но так, с одной стороны. Так, это сейчас вся толпа, по идее, на меня поедет. А, нет, не поедет. Пробитие. Не попадешь. Ловко ток попал, серьезно? Там вообще пиксель был. Что с вами делать? Все, хп дофига. Вариант один, уезжать. Ну куда он поехал? Ну вы видите, что он на вафле делает? Это что это такое? В чем его идея? Серьезно, стой, просто прикрывай, типа. Ну, я не знаю, как это комментировать. Он просто поехал отдаваться. Так, катит я, наверное, буду до конца тут. Не вижу смысла оставаться за холмиком этим. Видели? Это автоаптечка была. Как вам? У него тут же стан слетел. Поставь автоаптечка и все. Нормально попадаешь. Там СТ-1 едет, я про него забыл. Они
раз передать еще, да? Блин, я думал, он на меня поехал. Блин, сейчас с дальнего угла вот оттуда выйдет кто-то, будет вообще эпик. Например, этот же тапок, собственно. Ну вот о чем я говорю. Хорошо, я был готов к этому. Блин, тут два куста, и он может... Да, он просто не светится. Меня-то светит как-то. А я его нет. Эй, у меня фугас, и он не на тебя. Почему он катит? Он просто без вариантов. Почему не выезжает на меня? Я-то на него тоже выехать не могу. У меня этот рельеф вообще неудобный. 500 хп и все равно не едет. Ну, тут ничего не сделать. Даже если я шот даю, он все равно меня убивает по-любому. В принципе, 5500 нормально. Так, а это, наверное, уже предпоследний бой. Сейчас вас катаю, все. Это тренер уже через час, надо еще отдохнуть. А может быть, это и ласт, если там резервы закончились. Сейчас посмотрим. Это так будет. Я монитор еще не купил. Качаю ВЗ. 5113 есть. Одна минутка. Осталось. Так, ну вроде успеваю. Ластецкий. Да, успел. Жопой вниз нельзя было откатывать, потому что там сотка была. Когда бой в голде... Сегодня что? Сегодня среда. Послезавтра. В пятницу. 3 числа.
Кстати, завтра будет интересный стрим, возможно. Возможно, интересный. 18:00. С одним интересным танкистом. Завтра все увидите. Должно быть прикольно. Ну, спойлерить я не буду. А то вы сразу все поймете, с кем. Где-то часов 6. Запущу. С Навальным. Да, да, да. С Навальным. Кстати, посмотрел у КГБ нарезочку. С ним. Не слабо так посмеялся с этого стрима. Блин, вот что круто, кстати, то, что КГБ делает такие вот яркий момент, типа, со стримом. Удобно, не надо весь стрим пересматривать. Типа, ну, в этом видосике самое лучшее собранное, он там 10 минут. И получается очень даже круто. Ну шо, а кто там следующий? Есть пробитие. Задротчи, шо? Блин, надо было с аркадом кидать, дурак. Сейчас бы такие шоты не уметь кидать. Ну, тайп, ну отъедь. Ну, чё ты выехал? Блин, а вообще зачем я выстрелил, да? Хотя не, нормально все сделал. Пробитие. Да Навальный не играет в танки, ребята, вы чё? А, это было жестко. Я, кстати, тоже жестко очень кинул. Блин, под таким углом. Ну хотя, не можешь. Два калибра вроде. Есть. Такая позиционка долгая, прям уж непривычно. Ну залети разок, ну плиз. Ну чё, жалко что ли? Вырубите патент, пожалуйста. Это не считается. Вот я просто идеально выстрелил. Лучше невозможно было. Ну ты не видишь его, что ли, дядь? Ну ау, ну ТВП сзади. О боже. Сейчас бы на мини-карту смотреть. Ха, поймал, брат. Все ради тебя. Всё, не уедешь. Приехал, так сказать. Готов. Так, это Мирилёв, да? Эй! Эй! Ты куда едешь? Да, это жестко. Так, а собственно зачем мне фугас, правильно? Я думаю, он мне нужен или нет. Ладно, пусть будет. Только не надо боеукладочку мне взрывать. А, ты КД. Ой, сейчас вылетит. Ой, 627. Ать, таран еще. Шанс взрыва увеличен.
Видели? Поймал пульку. Просто тиммейтов прикрываю своих. Ловлю снаряды, орудия. От ТВП поймал, от гриля поймал, которая в 54 летела союзную. Изи. Так, все, хорош политику обсуждать. А впрочем, не важно, это все равно last boy был. Так, ладно, спасибо всем, кто смотрел. Всем удачи в рандоме. Всем ББ. Кстати, где ЛТ? ЛТ, ЛТ. Скоро будет ЛТ. Все, всем пока.